Надо любить народ и бояться Бога. И тогда все у тебя будет. Тысячи самых разных лидеров и тысячи самых разных вариантов экономического поведения. Но если человек любит народ, но для достижения народного счастья боится истребить половину народа и боится при этом, значит, Бога, то тогда все получится. Любить народ, бояться Бога. Бюджетное финансирование. Красиво. Да. Вы знаете, вот то, что вы говорите, вы правы. Вы правы, но не для нашей страны. Вы знаете, вот не для нашей страны. Ну вот это так вот. Вот я прожил уже, можно сказать, жизнь. Я помню, у меня был такой случай. Я еще конец 80-х, уже появились эти совместные предприятия. Я летел на самолете с итальянцем. Он где-то в Тольятти основал фабрику, там что-то с этих, как его, какие-то кровати делал, все. И он мне весь рейс разжаловался на русских рабочих. И говорит, ну что я не могу ничего с ними делать. Они получают у меня в 5 раз больше, чем они получают рядом. Но не хотят работать и все. А я ему говорю, понимаете, а нашему человеку уважение нужно. Знаете, как ты меня уважаешь, идея нужна. Вот не будет наш человек, вот поверьте мне, как руководителю. Конечно, он хочет, он такой же, как все. Он хочет еды, он хочет машину, он хочет это. Но помимо этого ему нужна еще идея. Ну, с этим ничего. Ну, можно сказать, сумасшедшие, ну, такие. Но с этим ничего не поделаешь. Если ты не скажешь ему, что я хочу построить первую студию в мире, но все равно он не будет работать, понимаете? Но это не потому, что мы лучшие, мы худшие, там, может быть. Ну, просто вот такой, вот россияне, я даже не говорю русские, россияне такие, у них такая фишка, у них такой бзик. И с этим ничего не поделать. Вот с вашими этими ничего не построишь. Ничего не построишь, вообще ничего. Будет только падать, и все развалится окончательно. Потому что, в принципе, эта идея была в 91-м году. Станем такими же, как все. Как говорили. Нам все время говорят, да мы такие же, как все. Ну, у нас такой народ. Чехов говорил, русские амбициозные. Они не хотят быть такими же, как все. Ну, что ты с этим поделаешь? Нужна идея. Нужна идея. Нужно быть первым.